В следующем году Сургут полностью выполнит обязательства по предоставлению квартир детям-сиротам. Сейчас идет работа по обеспечению жильем 163 граждан этой льготной категории. Квадратные метры сургутяне получают в современных домах, частично обустроенные мебелью. Елена Каткова стала очевидцем очередного новоселья. Я вас поздравляю. Спасибо. Очень ответственный момент. Светлые, просторные, с чистовой отделкой. Подарок будущим жильцам от застройщика. Шкаф-купе, комод, диван, кухонный стол, плита и даже шторы. Квартиры готовы для комфортного проживания. Остальное на усмотрение хозяев. Теперь у 19-летней сургутянки Софии Мигуновой есть свой дом. Мне безумно она понравилась. Она очень просторная. Есть мебель, что очень важно на сегодняшний день для меня. Расположение дома для меня очень удобно, потому что я... Тут недалеко учусь. В этом году квартиры получили более 100 человек. На очереди еще 163 жителя Сургута из категории «дети-сироты». На начало года 294 квартиры необходимо было приобрести. Была такая потребность за предыдущие периоды. В первом квартале предоставили 51 квартиру. И впоследствии сейчас приобретено 175 квартир. Из них 160 квартир – это уже поступили в собственность муниципалитета, в администрацию города Сургута. Сейчас идет процесс оформления в муниципальную собственность. Ну и параллельно идет передача квартир детям-сиротам. Приобрести больше 170 квартир помогла дополнительная финансовая помощь из окружного бюджета. Регион нам очень сильно помог, решение губернатора Тали Комаровой. Нам выделяют городу 175 квартир, сейчас они в стадии оформления. И мы постараемся в этом году максимально ребятам их отдать. При этом по остатку квартир мы тоже работаем с застройщиками. Часть уже откассировали, так называемую, вещь в будущем. Частично будем часть квартир приобретать за счет муниципалитета. Есть такой управленческий настрой в 2023 году выйти на режим годовых обязательств. В следующем году администрация Сургута намерена полностью выполнить обязательства по предоставлению жилья сиротам. Мне кажется, что должно понравиться однозначно, потому что и качество жилья, и, как вы видите, застройщик сделал, подобрал минимальный набор необходимой мебели, даже тюль, как вы обратили внимание, уже висит. Я думаю, что это очень достойное жилье, хорошая планировка, мне понравилась. В Сургуте в этом году запустили пилотный для Югры проект по комплексному развитию городских территорий, который должен ускорить процесс предоставления квартир. Так, сам застройщик обязуется расселить людей из аварийного жилья в новое. Также в рамках договора администрация на безвозмездной основе получит порядка 300 квадратных метров для детей-сирот. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести, Югория, Сургут.